Итак, сейчас готовлю салат-селедку под шубой. Первый слой у меня картофель тертый, вареный. Потом у меня мелко порубленная селедка, без костей, конечно же. Затем мелко-мелко порубленный лук. Предварительно я его в горячей воде замачивала, чтобы он не горчил. Следующий слой – мелко порубленная вареная морковь. Далее слой вареные яйца, но их тоже можно натереть на терке. И последний слой – это вареная потертая свекла. Вот и все, салат готов, теперь даем ему пропитаться в холодильнике 2 часа.